края города Йошкар-Ола. Но, по-моему, не лучше у того гармониста везде. Тальянка получше там. Тальянка получше. А может, сам гармонист тоже ничего? А? Гармонист, сейчас. Кто еще может? Давайте посмотрим. Что все тут собрались только лентяи? Конечно. Так как все сидят и смотрят, ходят, гуляют и без работы. А я вот между делами и на носочки надвинула. Привет, Челен. Да я дала уж рожок ему. Покачай, покачай его, покачай. А как вас зовут? Меня? Апрокида Перекурдовна. Апрокида Перекурдовна? Как-то чудно у вас называют. А старинная имечка. Правда? Старинная. Ну, спойте частушечку, Апрокида Перекурдовна. Под мою гармонь петь. Ну-ка. Гармониста любить не надо чисто ходить, а надо пудриться румяниста и брови на воде. Спасибо. Мы пойдем, мы пинки.
смотришь на блинов печете? Час. А сколько угодно? А в частушку под меня можете спеть? Раздадитесь, раздадитесь, а дайте, дайте ходику веселому народику. Вот молодец. Вот шашлыки печете. Почем один шашлык, а? 3,45. А что так мало? Ну, частушку можете под меня спеть? Синие чехинские ребята не поют, не квакают, целоваться не умеют, только обуслякают. Скоро начнется лихой перепляс. Но гармонист помедлив немножко, тихо сказал: приглашаю на вас. Вас деревенский, это вам не частушки, это вам не припевки, что пляши да пляши. Ласково смотрим старики и старушки, и танцуем мы вальс для души, для души. Thank you.
растут кругом. Среди синих осенков для меня моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, для друга моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя. Сделал. А это я делал. Вы бы не могли какую-нибудь частушку под меня спеть? А? А деревня-то, глиночка, стоит на берегу. Кабы не было залеточки, столкнула бы в реку. Такие настоящие. Настоящие. Вот да? Посмотрите, мы дали шить в КБУ наш. Они посмотрели и говорят, нам это не сделать. А это шили руками. Вот посмотрите. Да, все кофточки руками. Все кофты подлинные у бабушек взяли. Ну покажите, как танцевали раньше, как сели. С удовольствием. Ради славы и хвалы.
переиграю всех. Так, попробую, посмотрим. Еще раз сыграть первому, потому что он стоя играл. Так, вот, значит, соревнуются Воронцов и, как, Щеблев, да? Значит, вас как зовут-то точно? Николай. Николай Воронцов и... Константин Щеблев. Вот сейчас решается, либо, значит, видите, он же как-то там мехом еще поддергивал, обратите внимание, как-то. Вот сейчас, значит, Константин Щеблев должен победить, чтобы получить приз. Воронцов пошел!